скорпионовый хомячок поразительно напоминает обычную полевую мышь. Но неспроста получил он свое грозное название. Несвойственная другим грызунам манера поведения, суровый характер и хулиганские замашки превращают это крошечное млекопитающее в уникальное существо. Невосприимчивость хомяка к смертоносному яду впечатляет, а привычка поволчьи выть на ночное светило по-настоящему интригует. Скорпионовый или кузнечиковый хомяк водится на пустынных пространствах от юга Канады и до северных районов Мексики. Странное животное с воинственной натурой является полной противоположностью своим добродушным родственникам из семейства хомяковых, которое насчитывает свыше 60 видов. Необычные скорпионовые хомяки обладают самой заурядной внешностью. Их небольшое тело покрыто серо-бежевой шерстью. В длину грызуны не превышают и 14 сантиметров, при этом около 3 сантиметров приходится на хвост. Весят эти опасные хищники не более 60 грамм. Агрессивный ночной охотник прекрасно видит в темноте, благодаря большим черным глазам. Отличное зрение, тонкий слух и молниеносная реакция помогают бесстрашному смельчаку выходить победителем из неравных схваток. Под непримечательным внешним видом скорпионового хомяка прячется большой оригинал, поведение которого заслуживает пристального внимания. Ангельское обличье скорпионового хомяка скрывает волчьи наклонности. Глубокой ночью у животного возникает внутренняя потребность подняться на задние лапы. Задрав кверху морду, он воет на луну не хуже настоящего волка. Незначительные хомячьи габариты способны выдавить из себя вместо устрашающего воя лишь протяжный писк. Тем не менее, со стороны такая картина шокирует. В научных кругах решают, грызуны перекликаются между собой или наводят ужас на конкурентов, охраняя территорию от чужих посягательств. Безобидное с виду существо является бесцеремонным захватчиком. В силу своей амбициозной натуры хомяк не считает нужным собственноручно, а вернее собственнолапно строить жилище. Бессовестно отбирая чужие норы, он избавляется от прежних хозяев, попросту съедая их. Выбранные жертвы часто превышают собственные размеры безжалостных охотников. Пищевой рацион хомяков состоит из мелких грызунов и ящериц, пауков, кузнечиков и сверчков, мышей и крыс. А свое название скорпионовые хомяки получили благодаря победоносным стычкам с опасными скорпионами. Что же помогает этим поразительным животным противостоять убийственному воздействию яда и низвергать страшного врага, превращая его в заслуженную добычу? Секрет такой неуязвимости кроется не только в развитых органах чувств и мгновенной реакции. Природа наделила отважных животных врожденным иммунитетом к ядам. Попадая в организм, токсины не смешиваются с кровью, они постепенно начинают оказывать обезболивающий эффект, невероятным образом взбадривая организм. Каждый следующий укус врага лишь прибавляет хомяку сил, лишая его остатков осторожности и усиливая ярость атаки. Просторы бескрайней пустыни таят в себе несметное количество опасных моментов для таких крох, какими являются скорпионовые хомячки, но чувство голода до предела обостряет их инстинкты, заставляя успешно противостоять не только скорпионам, но и скалопендрам и гремучим змеям. Приспособившись превосходно выживать, обладая изумительными рефлексами и потрясающими возможностями организма, скорпионовый хомячок не имеет себе равных среди хищников схожей весовой категории.